Избранный президент Беларуси Светлана Тихановская встречалась только что с представителями норвежской компании Yara, которые занимаются закупкой продукции компании «Беларусь-Калий», которая, в свою очередь, дает львиную долю выручки бюджету незаконного белорусского диктатора Лукашенко. Так вот, эта компания пообещала пересмотреть свое решение о закупке продукции «Беларусь-Калия» в связи с тем, что в Беларуси нарушаются права человека, что над рабочими издеваются, что над белорусами издеваются. И, собственно говоря, эту компанию просто никто не поймет, если она будет сотрудничать с такими вампирскими режимами, как режим Лукашенко. Она находится все-таки в свободной стране, а в Норвегии, извините меня, такие варианты, как диктаторские, как Лукашенко, не проходят. И, соответственно, закупкой такой продукции у такого диктатора эта компания просто дискредитирует саму себя. Соответственно, решение будет пересмотрено, а Лукашенко и его охранка, и его бандиты останутся без валюты. Соответственно, все это оплачивать придется Путину. А точнее, Путину на это все наплевать. Будут оплачивать российские учителя, пенсионеры, но им не впервой, они сдюжат. Они уже и Асада оплатили, и Саддама Хусейна оплачивали, и Лукашеску, и Чаушеску, и кого там только, и Пол Пота оплачивали. Чего же не оплатить Лукашенко? Ерунда какая-то.